повороты. Блять, тупая. Ванну, когда принимаешь душ, потом ведром все. Аккуратно. Ну-ну. Есть, блядь. Хуя себе, блядь. Дурачок, куда ж ты ее так воротил?
один человек собрал возле себя всю команду. Ну, грузин, очень тяжело мяч отобрать. Блядь, пиздец. Нет, я согласен, что у него тяжело мяч отобрать. И родственник, и плиту, и это все. Специальных установках. Так вот, ведущим производителем таких установок называет себя на корпоративном сайте Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Предприятие работает 55 лет и за это время выпустило 550 тысяч стерилизационных установок. Завод особо упоминает, что к сотрудничеству привлечены партнеры, использующие современное высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и надежность. Какие? Есть нахуй. Блин. Ой. Блять. Сука. Ему в ответ в гости 5 ежесекундное сопротивление. Блять! У нас на связи Павел, который... Станции попадает второй. Какая борьба за выживание называется... Пиздец, блядь, какой ты, блядь. Меня слышишь или нет? Слышу, только, блядь. Вик, малыш, нормально? Ах, подлец. Что ж оказывается? На допросе у следователя. Ёбаный ты, Павасич, рот, нахуй. Его еще утром. Слушай. Блять, сука! Пидорас, ёбаный, блять! Сука!